Праздник День Матери в нашей стране по традиции отмечают в последнее воскресенье ноября. В этот день принято поздравлять мам и бабушек. В 1998 году президент Российской Федерации подписал указ об учреждении праздника, целью которого стало напоминание о важной роли матери в жизни любого человека. По традиции в День Матери, либо в преддверии праздника, в стране проходят тематические концерты и мероприятия. Отметили значимую дату и в городском округе Щелково. В Центральном дворце культуры состоялся концерт с выступлением местных творческих коллективов. Со сцены поздравили женщин, представители администрации округа и депутаты. Это один из самых искренних, один из самых душевных праздников. Праздников, который затрагивает самые потаенные уголки нашей души. Ведь самое сокровенное, самое дорогое, самое ценное мы всегда дарили или дарим, рассказывали, рассказываем именно кому? Маме. Для каждого из нас мама, да, это отдельный человек нашей жизни. Всего хорошего вам настроения, крепкого здоровья, счастья, благополучия и хороших эмоций сегодня. Мы вас всех любим. Пришедшие на концерт мамы и бабушки поблагодарили за подаренный им праздник. Многие его смотрели со своими детьми, а некоторые даже с внуками. Как жительница Щелково Зинаида Максимовна. Она уверена, семья – это самое главное. Всем мамам пожелаю терпения, любви. Не обращать внимания на это самое. Чтобы все отдавали свое тепло, любовь. Внукам, детям и, конечно же, хорошего мира над головой, чтобы не было ничего, чтобы они не чувствовали это, и чтобы все было хорошо и удачно на нашей земле. Много добрых слов прозвучало в адрес матерей в этот вечер. Организаторам удалось в очередной раз напомнить о важности семейных ценностей и тем самым поддержать традиции бережного отношения к женщине и материнству. Мария Бужинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.